канале Данил, и сегодня будем открывать подарочные мегаящики на моих твинках. Ну что, начнем? Мы перешли на мой второй аккаунт в Brawl Stars, и давайте мы начнем открывать мегаящик. Особая акция, подарок. Нажимаю. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, и мне точно что-то выпадет с этого мегаящика. Ну а мы начинаем. Я с закрытыми глазами. Я сейчас с закрытыми глазами. Если 6 предметов, то 5. Ничего. Ну, ничего не выпало. Но все равно сейчас этот аккаунт очень хороший. Вот тут есть. Так, тут есть Макс. Тут есть Сэнди, тут Амбер, Вольт, Колет, Лу, Генерал Хавс. Ну, хороший аккаунт. Если не... Итак, ребята, мы уже на моем третьем аккаунте в Brawl Stars. И мы начнем открывать бесплатный мегаящик подарочный. Стоп, я забыл посмотреть шанс. Ну ладно. Точно поставьте лайк и подпишитесь и нажмите на колокольчик, тогда мне точно выпадет Леон, надеюсь. Все, начинаю. 5 предметов. Ну, жалко, что мне ничего не выпало. Аккаунт у нас, как говорится, и тоже хороший. Тут есть Генерал Гав, Стара, Спайк, Лу. Ну, и хороший аккаунт. 5000 кубков на нем. Ну, а мы переходим к четвертому аккаунту. Итак, ребята, мы уже на моем четвертом аккаунте по счету в Brawl Stars. И на нем у меня 160 кубков. Тут точно должен кто-нибудь выпасть. С мегаящика, просто должен. Опять шанс забыл посмотреть. Ну ладно, давайте откроем. 5 предметов. Надеюсь, что-нибудь выпадет. Ничего не выпало. Жаль. Так, прокачаю тут все. На нем. Чтобы было все хорошо. Чтобы этот аккаунт был хороший. Так. Ну, аккаунт такой, тут есть Эдгар, так, ну, начальный аккаунт, новичка аккаунт. Но мне ничего не выпало в этот раз, но давайте сыграем игру. Я уже перешел на свой основной аккаунт, и я возьму сейчас Белль. Так, что выбрать? Столкновение плюс или столкновение обычное? Сейчас я посмотрю. Столкновение плюс и обычное столкновение. Давайте столкновение плюс выберем. Ну что, давайте сыграем. Так, смотрим. О чем мы смотрим, если мы играем? Ладно, все. Сейчас забираем банку и идем на центр. Хотя на Белли идти в центр — это как-то плохо. Все, мы забрали Биби, закомбэчили, как его, Фрэнка. Так, вот это мы киллы начали делать, че убийство в игре. Так, на, все, я убил. Я как супер профессионал в этой игре сейчас играю, как. У меня 10 банок. Так, все, убили. Джокера. Так. Идем. О, я забыл, что он тут. Сейчас бы плохо было, если мы слились. Так. Сейчас отрегенимся. Все, погнали. Так, батим. Так. Так.
Так, давай, давай. Так. Так. Сейчас я его постараюсь убить. Ну все, мы его убили по-любому, потому что мы его зажали. Это да. Я не попадаю. Ну все, я могу просто ему даже податься. Все, я убил. Победа 12, плюс 12 кубков. Это у нас 22 кубка выходит. Это много. Так бы я всегда так бы хотел. Ну все, мы заканчиваем видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Даниил. Всем удачи и всем пока-пока.